Телеведущая вспомнила о совместной работе с Иваном Охлобыстиным и Виктором Логиновым. Известная телеведущая Анфиса Чехова на своей страничке в социальной сети Instagram рассказала о сценах любви, в которых она участвовала, когда снималась в кино. По ее признанию, снимать сцены любви дико смешно и приятно. За ее небольшую карьеру таких эпизодов было два. В первом она снялась с актером Иваном Охлобыстиным, который в ту пору был батюшкой. Чехова заявила, что их постельная сцена получилась очень щекотливой. Вторая сцена любви была с Виктором Логиновым. Она отметила, что они ржали невероятно, то ли из-за неловкости, то ли потому, что постельные сцены были не настоящие. Больше по теме Анфиса Чехова удалила старую татуировку, телеведущая призналась, что было очень больно. Также Чехова представила своего друга, профессионального фитнес-фотомодель Лукаса. Он справился с ролью во время съемок нового клипа, по словам Чеховой, не хуже любого актера. За это телеведущая ему безумно благодарна. Так интересно, пишите, как будто побывала вместе с вами на студии. Смотрю на фото, вообще красиво, но немного смущают ноги. Либо у вас маленькие ножки, либо у партнера слишком большие. А так, спасибо вам за экскурсию из вашей жизни. Всегда жду ваших публикаций, шикарное фото. Маленькая хрупкая женщина в объятиях сильного мужчины, очень личный момент, наполненный страстью. Оба, находка для режиссера. Вы красавица, а мужчина просто огонь, заметили в комментариях пользователи.